Скоро я стану знаменитым. Это еще почему? Я напишу гениальный роман. Ты никогда не напишешь гениальный роман. Почему ты так думаешь? Потому что ты не гений. Нет, гений. Нет, не гений. Замолчи, дура. Ты обрезаешь мне творческие крылья. Скажи, что я гений, я всю жизнь буду носить тебя на руках. Не скажу. Ну от чего же не скажешь? Ну от того, что ты не гений. Да откуда тебе известно, что я не гений? Да оттуда известно, что я все про тебя знаю. Ты не гений и даже никогда рядом с гением не стоял. Другие, может быть, и стояли. Ты никогда не стоял. Ты всегда стоял в стороне. Поэтому гениальный роман ты ни за что не напишешь. Вот другие напишут, а ты нет. Замолчи, Лидия. Можешь убивать сколько угодно. Это тебе все равно не поможет, потому что гений бы ни за что не грозился убить родную жену. Гений бы сел и написал гениальный роман. Вот я и говорю, что сяду и напишу гениальный роман. А вот и не сядешь. Да кто же мне помешает сесть и написать все, что я задумал? Так я и помешаю. Так как же ты помешаешь? Да я стул из-под тебя выбью. На полу ты свой роман ни за что не напишешь. Гений может творить в любых условиях. Сяду на полу, начну писать свой гениальный роман. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. Это почему же я не сяду и не начну писать свой гениальный роман? А потому что я на шею тебе запрыгну и буду душить изо всех сил. А вот и не будешь. Да а почему? Вот ты не будешь. Силёнок не хватит, потому и не будешь. Сил в тебе нет совсем, а даришь злость и желание помешать моим начинаниям. Да твои начинания гроша ломаного не стоят. А вот и стоят. А вот и стоят. А. Ну что, съела теперь? Видишь, я сижу за столом и пишу свой гениальный роман. А вот и не пишешь. Хм. А вот и пишу. Ни за что не позволю написать тебе хотя бы строчку. Ты убиваешь во мне гения. Я спасаю мир от очередного ничтожества. Кошмар! Ты опять сорвал театральное представление. Вот скажи, зачем ты упал на пол и начал биться в припадке? Я не мог с собой справиться. Происходящее на сцене так подействовало на меня, что от восторга у меня возникли сильные спазмы. Не перестал подать воздух и начал задыхаться. Но зачем при этом падать на пол и пускать изо рта пену? Дорогая, такова сила искусства. Каждый раз при виде очередного шедевра, будь то живопись, музыка или театральная постановка, у меня начинаются сильные спазмы. Мне перестает хватать воздух, а начинаю задыхаться, а потом вообще теряю сознание. Это все моя впечатлительность, дорогая. Искусство действует на меня гораздо сильнее, чем на других равнодушных к нему людей. Да, но зачем при этом падать на пол? И пускать изо рта пену, объясни мне, пожалуйста. Ну как ты не понимаешь, это не просто пена. Это прообраз той пены созидания. Той тончайшей морской пены, из которой вышла на берег божественная Афродита. Твоя пена так всех испугала, что некоторые дамы визжали от страха. А некоторые из них даже попадали в обморок. Дамам вообще свойственно визжать от страха и время от времени падать в обморок. А актеры? Актеры были так перепуганы, что они больше не могли дальше играть. И вряд ли смогут сделать это в ближайшее время.
Актеры воспользуются этим событием, чтобы до утра просидеть в кабаке и на законном основании напиться до чертиков. А потом продолжат это делать в течение следующих нескольких, не уверяя всех, что они не могут войти в образ. Да ты циник! Ты психопат! Ты не уважаешь ни актеров, ни зрителей, пришедших в театр! Дорогая, я уважаю одно лишь искусство, которое ведет меня по жизни, поддерживая за руку, как поводырь слепого безумца. Знаешь, если бы я не поддержала тебя за руку, как поводырь слепого безумца, и не вывела бы тебя из театра, разъяренная публика растерзала бы тебя без всякого сожаления. Дорогая, ты же знаешь, твоя рука необходима мне так же, как искусство и вдохновение. Обними меня крепче, и, возможно, я найду в тебе долгожданную музу. Только не падай в конвульсиях на пол и не пускай изо рта пену, а не то твоя муза сама упадет на пол от ужаса происходящего. Я всегда знал, что ты психопатка, но никогда не думал, что психопатка в такой большой степени. Можешь говорить что угодно. Мне все равно. Зато мне не все равно. Зачем ты сегодня во время прогулки украла у женщины коляску с ребенком? Я ничего у нее не украла. Мне просто захотелось немножко пройтись с детской коляской. Что тут такого? Тебе просто захотелось пройти с детской коляской, как это мило. Только все дело в том, что это была не твоя детская коляска, а чужая детская коляска. И мне лежал не твой младенец, а чужой младенец. Подумаешь, прошлась немножко с детской коляской. Ну что тут такого? Взяла на минутку чужую коляску. Так как ты не понимаешь, что такие вещи ни в коем случае нельзя делать? Молодые матери гуляли в сквере со своим младенцем, лежащими в детских колясках, а потом отошли в сторону, чтобы немного поболтать, как это вообще водится между кормящими женщинами. А я никогда не была кормящей женщиной, поэтому такое поведение их мне совсем непонятно. Это, чтобы ты знала, очень нормальное поведение. Так вообще принято у молодых матерей. Они гуляют в сквере со своим младенцем, а потом отходят в сторону, чтобы обменяться последними новостями. Последними сплетнями, так будет вернее. Да хоть последними сплетнями, хоть прошлогодним снегом, тебе-то какое до этого дело? Зачем ты воспользовалась неосторожностью женщин и похитила одну из колясок со спящим младенцем? А? Я ничего у нее не похищала. Мне просто захотелось пройти с детской коляской. Что тут такое? Ты просто захотелась пройти детскую коляску. Как это мило. Ты не просто взяла на минутку чужую коляску. Ты нагло похитила чужую коляску. А в ней, между прочим, находился чужой младенец. Я никогда не думала, что из-за такого незначительного события получится такой огромный скандал. Я не понимаю, зачем этой женщине нужно было бежать за мной 3 квартала и звать на помощь своих подруг и полицию. А что еще ей оставалось делать? У нее среди бела дня похитили младенца вместе с коляской. Ты предлагаешь ей молчать и ждать, когда похитительница вернет украденное дитя. Ну да, могла бы и подождать. Ничего особого с ней не произошло. А вместо этого она бежала за мной и орала благим матом. А я, как дурак, бежал вместе с тобой, невольно став соучастником этого преступления. Если бы не счастливый случай и не переходящая дорогу старушка, на которую наткнулась мамаша с коляской, все могло кончиться очень скверно. Ну, не. Надо было, значит, сказать этой старушке хотя бы пару ласковых слов. Дорогая, надо было немедленно ретироваться, пока все не раскрылось. Что мы с тобой тотчас и сделали. Никогда больше не буду гулять с тобой по утрам. Не хочу быть свидетелем твоих страшных припадков. А вот если бы ты
сделал мне ребенка, не было бы ни сегодняшних происшествий, ни припадков. Дорогая, ты же знаешь, что психопатке вроде тебя нельзя делать ребенка. Подумай, какова будет его участь рядом с матерью, страдающей психическими расстройствами. У тебя психических расстройств не меньше, чем у меня. Твоя мать была законченной психопаткой, а отец с хроническим алкоголиком. И я думаю, что ты принял от меня всю свою ненависть. Ты, наверное, забыла про свою мать, которая бросила тебя в 3-летнем возрасте. И про отца, лишившего тебя невинности в 9 лет. Думаю, что причин твоего поведения следует искать в твоем страшном детстве. Да мое страшное детство ничто перед моим настоящим. Знаешь что? Если ты не сделаешь мне ребенка, я опять украду коляску с младенца и принесу его домой. И скажу, что только что его родила. Психопатка, ты не сделаешь этого. Еще как сделаю. Раз я не могу получить ребенка от тебя, я получу его любым другим способом. Даже похитил у несчастной матери. Даже похитил его у несчастной матери. Ты ничего не можешь с собой поделать? Решительно ничего. Не успокоюсь, пока не получу ребенка. Хоть от тебя, хоть от кого угодно, хоть от черта лысого, но обязательно получу. Ну что же, делать нечего, я тебя знаю. Если ты грозишься выброситься в окошко или отравиться у меня на глазах, ты обычно это и делаешь. Так же будет и с ребенком, о котором ты говоришь. Так и быть. Ради собственного спокойствия придется удовлетворить твою безумную страсть. Иди ко мне, дорогая, я сделаю все, что ты хочешь. Хоть и понимаю, что совершила очень, очень большую ошибку. Даже не представляешь, с кем живешь под одной крышей. И с кем же я живу под одной крышей? Ты живешь с пророком. С каким еще пророком? Не говори чепухи. Да какая же ты чепуха, тут и близко нет никакой чепухи. Просто ты невнимательна и не замечаешь элементарных вещей. Ты ошибаешься. Я очень многое замечаю, просто не говори ничего вслух. А тебе теперь и не надо ничего говорить вслух. Потому что за нас двоих говорить буду я. Что же такое ты собираешься говорить? То, что должен говорить пророк, обличающий царящую вокруг вековую несправедливость. Ты собираешься обличать вековую несправедливость? Да, несправедливость, царящую вокруг уже 1000 лет. А еще ложь и разврат. Я правильно понимаю, ты собираешься обличать не только вековую несправедливость, но еще ложь и разврат? Не только их, но и тех, кто виновен в страданиях ближнего своего. У меня в груди кипят такие невероятные силы. Я чувствую в себе такую потребность быть современным пророком, что просто не могу не обличать ложь и разврат. А чьи именно ложь и разврат собираешься ты обличать? Только сильных мира сего, очень. Знаешь, очень опасно обличать сильных мира сего. Ой, ничего страшного. Огонь, пылающий в моей груди, а также потребность обличать ложь и разврат, помогут мне преодолеть любые препятствия. Ну хорошо, что конкретно ты собираешься делать? Вот как именно ты намереваешься разоблачать ложь и разврат сильных мира сего? Ну я еще не решил конкретно. Возможно, я выйду на площадь и буду произносить пылкие речи, сравнимые с проповедями знаменитых пророков. А возможно, я буду писать прокламации и расклеивать их по ночам на стенах домов. Я помню. Только оба варианта могут окончиться для тебя очень плохо. В прошлый раз, когда ты опубликовал памфлет, который, по твоему мнению, развращает людей с телеэкрана,
Она наняла киллера, и ты лишь чудом остался жив. Я не мог позволить ей с голубого экрана развращать души беззащитных детей, поэтому и написал свой памфлет. Да, только она наняла киллера, который лишь по чистой случайности поскользнулся на арбузной корке и свернул себе шею. И если бы не эта корка, носила бы я цветы на кладбище к твоей скромной могиле. Так что же ты предлагаешь мне делать? Отказаться от обличения лжи и разврата? Разумеется, тебе необходимо отказаться. Но я не могу! Сжигающий изнутри меня огонь не позволяет мне отказаться от обличения. Залей этот огонь какой-нибудь жидкостью. Такого сорта огонь не потушит никакой жидкости. Ну, залей его какой-нибудь легковоспламеняющейся жидкостью. Ха. На что ты намекаешь? На все тоже. Ну, как же мои высокие идеалы? Так, наплевать на них, прожить как-нибудь без идеалов. Дорогая, как же несправедливость сильных мира сего. Я тебя прошу, пусть подавятся своей несправедливостью. Ты соблазняешь меня, как змееву в райском саду. Вид сладости, стекающий в сияние райской зелени, борется во мне с обличением сильных мира сего. Тебе надо было родиться мужчиной и работать пожарным. Я и так работаю пожарным. Без меня давно бы здесь уже все сгорело. Ну хорошо. Пока мой огонь не угас, успею еще сделать пару мазков к моему будущему портрету. Алина Тимченко!